Как работает синхронизация номенклатуры в западных странах? Ладно, что они договариваются между собой, но почему они синхронно продвигают одну и ту же ЛГБТ-климатическую шизоповестку? Здесь нету сговора, нет такого, что все они приезжают в какой-нибудь международный экономический форум, о чем-то договариваются, уезжают и начинают реализовывать страшный секретный конспирологический план. Вот такого просто не существует. И люди, которые на таком настаивают, они не понимают, как работает политика. Существует другое. Они видят, как в одной стране под предлогом борьбы с глобальным потеплением проводятся законы, которые позволяют правящему классу в этой стране узурпировать значительное количество власти, лишая людей автономии, разрушая республику. В Соединенных Штатах начинается какая-то мания борьбы там с ископаемым топливом, начинается мания борьбы с глобальным потеплением, начинается трансгендерная мания. Политики в других странах видят, а под этим предлогом можно узурпировать еще больше власти, и начинают узурпировать еще больше власти. То есть буквально, а что, так можно было? Ну, раз можно, мы тоже это совершим.